Балди, ты в комнате? Сынок, ты спишь, что ли? Да, папа, я тут пытаюсь поспать. Прости, сынок, что я тебя разбудил. Директор интересовался, как у тебя дела. У меня все нормально. Ну и что вы там решили с сиреноголовым? Будете его ловить? Меня просили не рассказывать об этом деле. Да и зачем тебе думать об этих ужасных монстрах? Ты лучше поспи и посмотри хороший сон. Потом почитай книжку, какие-нибудь сказочки, например. А мы тем временем закончим с нашим делом и тогда сможем отправиться домой. Хотя бы ответь мне на один вопрос. Если сиреноголовый кажется безобидным, ты хотел бы, чтобы его оставили в покое? Наверное, да. Мне вообще не нравится вся эта затея с приездом в заброшенную школу. Я так жалею, что взял тебя сюда, и ты стал невольным свидетелем таких ужасных приключений. Надеюсь, скоро все это закончится, и мы вернемся домой. Отдыхай. Кто это шумит? Сиреноголовый? Он уже тут? Нужно предупредить его об опасности. Фотокарточка валяется. Да это же сиреноголовый с фонариголовым. На обратной стороне написано «На память». Привет, гигантер! Ты меня не тронешь? Помнишь меня? Я твой друг. Не нужно шуметь. Это опасно для тебя. Ты вообще меня понимаешь? Я пришел предупредить. Не возвращайся в свое логово. Там скоро установят ловушку и тебя поймают. Ты лучше сюда не ходи. Ты туда ходи. А то ученый в голову попадет из своей пушки. Совсем больно будет. Ну что же ты непонятливый такой, гигантер? Уходи по-добру, по-здорову. Брысь отсюда. А может ты не уходишь, потому что твой друг в плену? Вот, посмотри сюда. На этой картинке ты и твой друг, фонариголовый. Моя... Моя! Моя! Похоже, это действительно твоя подруга, раз ты так расчувствовался. Моя! Дай сюда фотокарточку, я тебе расскажу кое-что. Вот это фонариголовая, видишь? Моя! Она сейчас находится в этой школе, в спортзале. Ее связали и держат как заложника. Чтобы поймать тебя. Послушай, я хочу помочь тебе. Давай спасем ее из плена, и вы уйдете из этого леса подальше отсюда. Давай. Так ты все-таки умеешь подбирать нужные слова, когда захочешь. Значит, сделаем так, гигантер. Я сейчас пойду в школу, ты остаешься тут и начинаешь шуметь как можно громче. Чтобы привлечь внимание ученых, директора и его помощников. Постарайся сделать так, чтобы они вышли из школы. А я тем временем проберусь в спортзал и перережу веревки, которыми связана фонариголовая. А затем вы сбежите отсюда в более безопасное место. Давай. Вот и хорошо. Договорились. И будь осторожен. У ученого человека в белом халате есть прибор, который может причинить тебе вред. Белый человек убивает. Тогда я пошел. А ты начинаешь уметь. Только когда я буду уже в школе. Вон в том окне. Я подам тебе знак. Понял? Понял. Ну, гигантер, давай. Thank you.
слышите? Сиреноголовый пришел. Идите и поймайте его. Но мне сложно в него попасть. Он достаточно быстрый и успевает увернуться каждый раз. Он не глупый, близко не подходит. Знает, что у меня опасное для него оружие. Постоянно убегает, как только я начинаю в него стрелять. Попытка не пытка. Идите и стрельните еще разок. Вдруг попадете на этот раз. В лампу голового попали ведь. Фонариголовый попался, потому что они тогда не ожидали опасности. Дайте прибор мне, я сам пойду и выстрелю. И за что я вам только плачу? Если неправильно переключить прибор, вы можете убить сиреноголового. А он вам нужен живым. Черт, ну сделайте же что-нибудь. Я уже делаю. Мы ведь договорились, что я сделаю ловушку и установлю в его логове. Вот тогда он точно попадется. И не придется за ним бегать. Что же никто не выходит? Странно. Шуми давай. Стой. Нет. Гигантер, не подходи слишком близко. Тебя могут достать из прибора. Вы слышите? Он уже у самой школы. Немедленно идите и выстрелите в него. Он сам пришел к нам в руки. Нельзя упускать такую возможность. Видно, совсем соскучился по своему другу. Идем. А нам что делать, сэр директор? А вы оставайтесь тут. Мы вас позовем, когда все будет кончено. Поможете погрузить сиреноголового и лампоголового на грузовик. Тогда считайте, приличная денежная премия вам обеспечена. Слышите, как он зовет нас? Не будем же заставлять себя ждать. Следующая завершающая серия выйдет в сборнике. Пиши в комментариях, как ты думаешь, чем закончится эта история. А также не забудь подписаться и поставить лайк. Не ленись. Хорнпик ждет, чтобы ты подписался, лайк поставил, коммент оставил. Хорнпик ждет, давай не ленись, подпишись. Хорнпик ждет, да, yes, о да, детка.